Это все из-за тебя! Из-за тебя посланники смерти сбежали! Почему сразу из-за меня? Это ты виноват! Что? Да как ты смеешь на меня наговаривать вообще? Получай! Ох, два глупца. Лучше перестаньте драться и объясните, что вообще у вас здесь произошло. Из галактической тюрьмы сбежали преступники, которые называют себя посланниками смерти. Надеюсь, вы не сердитесь. Что? Сбежали посланники смерти? Нет, я не сержусь, я просто в ярости. Госпожа Цейза из Гадина, можно мы их найдем? Хорошо, но если я узнаю, что вы смотрите эти свои «Звездные войны», заказываете себе пиццу и играете в игры на телефоне, вы будете уволены. Ладно, госпожа, мы идем. Я надеюсь, вы не провалите задание. Да-да, мы не провалим задание, госпожа из Гайдина.